Только на украинских дорогах можно увидеть на автомобиле номера, которые стоят дороже, чем сам автомобиль. Об этом новая песня Евгения Смородина. Под ваши бурные аплодисменты. Эпиграф. Друг на Мерседесе историю мне рассказал, что у него номера такие блатные, что их гаишник даже облобызал. Песня про номера. Есть миф, что у каждого супермужчины должны быть крутые часы и крутая машина. В машине должны быть, конечно, иконы, а из магнитолы должны звучать песни про зону. И саунд в машине, чтоб только английский, дороже, чтоб стоил, чем сам Шафутинский. На зеркале должен висеть обязательно крестик. Водителя он бережет, если скорость за 200. А если вдруг кто-то случайно такую машину подрежет, то он на своей уже вряд ли куда-то уедет. А если какое-то Део такую машину догнало, то не в страховую поедет, а сразу к апостолу Павлу. И девушки, те, кто в такую машину садятся, всегда понимают, на чем будут дальше кататься. И вдруг полицейский хоть как-то водителя накажет, его в этой жизни уже ничего не отмажет. Для этих водителей красный, по сути, не красный. И секс за рулем тоже кажется им безопасным. Ездить по городу пьяными запросто могут, ведь трезвыми стрёмно им ездить по нашим дорогам. Чтобы эти машины мы сразу же все узнавали и на дороге всегда и везде пропускали. Для нас, примитивных людей, они создали шифр. Красивый набор четырех одинаковых цифр. Номера, в номера блатные, вы по ценам просто золотые. И по номеру представить можно, за рулем сидит какая рожа. Этот номер четырех фигурок позволяет ездить как придурок. Но бывает, номер не спасает, если это ДТП с трамваем. Эти номера вызывают у ментов уважение. Для них существует отдельное правило движения. Для владельцев таких номеров закон не писан. С таким номером можно даже на Prius пописать. А если подряд разместились четыре девятки, то клал их владелец на органы правопорядка. А если четыре восьмерки на номере рядом, бордюры и пешеходы таким не преграда. А если подряд лишь одни единицы, то все понимают, водитель хозяин столицы. Любого научит он ездить, используя маты. И знания эти закрепит стрельбой из травматоля. На номере, если сложилось каре из семерок, то нет для такого авто запрещенных парковок. Семерки по встречке гонять позволяют, и скорые даже такие авто пропускают. Бывают на номере вместе четыре шестерки, таким не страшны никакие разборки. Не будут же на разборках дубасить священника в мерси, одетого в рясу. Номера, вы номера крутые, правила для вас совсем другие. И бывает, под марихуаной любят погунять они с трамваей. Номера, вы номера блатные, их водители всегда святые.
Если вдруг случится ай-яй-яй, виноват окажется трамвай. Бывает, что в Лексусе едет крутая зигуля, в потоке ее выделяет гость номер кисуля. Всем сразу понятно права, как она получала, и как на машину крутую она намурчала. Бывает, что одинаковых цифр всего лишь две пары, и все понимают, в машине какой-то лошара. Пусть даже лошара приедет на Мазерати, ведь только лошара жалеет на номер потратить. Номера, вы номера блатные, в Украине только вы крутые, а в Европу, если попадают, все как лохи знаки соблюдают. Наплевать там на число восьмерок и какой у вас объем мотора. Там полиция совсем не звери, просто штрафы у них тупо в евро. Закажу себе и я на Деу номер 9999. Будет для моих друзей сюрпризом из девяток номер на Матизе. Ну а если это не поможет, для блатного я не вышел рожей, то как стать крутым я знаю. Буду ездить только на трамвае. Е-е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 . На трамвае. Е-е-е-е-е-е-е-е. На трамвае. Е-е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 -